15-й по счету турнир по волейболу, посвященный памяти Владимира Карвата, прошел в Ленинском районе города Бреста. 10 команд, в составе которых работающая молодежь, а также 14 команд школьников, приняли участие в ежегодном состязании. За всю историю турнира это рекордное количество спортсменов. Интерес к мероприятию огромен, налицо высокий уровень подготовки всех участников. На протяжении поединков расслабляться не пришлось. Спортсмены уверенно шли на опережение в счете, в надежде на лидерство. Участие в турнире памяти Карвата ответственно. Победа – показатель качества. Сегодня, конечно, победит сильнейший, но самое главное, что в чем можно быть уверенным, что все участники турнира знают о подвиге Владимира Николаевича Карвата, помнят его и будут передавать знания об этом подвиге своим друзьям, знакомым. Поддержать участников пришли родственники первого героя Беларуси Владимира Карвата. Своими воспоминаниями о родном человеке они поделились с нашей съемочной группой. По рассказам о военных, когда мы были там, его еще время было, он бы мог выпрыгнуть с того самолета. Но самолет как раз падал на деревни, на людей. А он жалел даже животных, не только людей. Вот он старался его отогнать. Ну, конечно, он там не думал, что погибнет, как каждый человек хочет жить, и он жить хотел. Но коль жизнь так случилась, он выбрал лучше погибнуть одному, чем людей много. Мне кажется, что он примером очень даже хорошим должен быть для людей. Характер твердый у него, крепкий, не боялся ничего. Ну, как настоящий герой, так как на самом деле есть. Участие в турнире только на добровольной основе. Показать себя в соревновании смогли представители разных сфер деятельности, а также школьники Бреста. Но соревнования есть соревнования. Победителями нынешнего турнира стали ученики гимназии номер 1 и работники ЖКХ. Хорошая конкуренция была, отличный турнир. Возможности для молодежи популяризировать волейбол в Бресте и даже в Беларуси, наверное. Нам очень приятно, что нам выпала честь принимать участие в соревнованиях такого масштаба. Отрадно то, что молодежь помнит, что молодежь чтит подвиг нашего героя. Вообще-то им есть на кого равняться и брать с кого пример. Завершила ряд мероприятий памяти героя Беларуси возложение цветов к бюсту Владимира Карвата.